Всем привет, друзья! Сегодня копаем металл. Уже нормально понаходили. Сейчас покажу небольшие результаты. Ну и начнется видео. Ну что, друзья, смотрите, на что мы наткнулись. Тут у нас такая свалочка. Куча нашли железа. И вот она вот, свалка, прямо в лесу. И нашли вот такой вот противогазик в этой свалке. Вот такая вот раритетная вещь. Правда, сгнил. Фильтр уже вообще сгнил полностью. Вот такая вещь. Это мы сейчас сами повесили уже на дерево. Пусть висит по приколу. Оставим его здесь. Нашли такие необычную находку. Такие, точнее, их три штуки. Ну, одну часть мы просто разделили пополам. Это какой-то вентилятор старый советский, да? Ну, наверное, советский все-таки. Да. В общем, разделили его пополам, так весит нормально. Сейчас тащим к машине, сейчас покажу, что из себя представляет этот вентилятор. Вот такие три байды, большие, увесистые. Вот, если посмотреть на руку, объемная такая штука. Это вот сам вентилятор, мы туда фланец положили. Это какой-то фильтр от него, получается, где мотор, неизвестно. Мотор, наверное, срезали где-то в сторонке. Либо уже забрал кто-то, либо выкинули вот эти части. Это, я так понимаю, от грибков, да? Да, от вытяжки. Вытяжки от грибков. Но это все, в принципе, это тоже вся цельная вытяжка. Когда-то была, правда, в советское время. Ну, вот такая вот фигня. Тащим к машине. Вот наша свалочка, ребята. Такая вот. Все-таки есть еще места, где без лопаты ты приди и деньги забери, да? Вот, и штуки мы тащим, и вот, наковыряли тут такую байду. Сейчас оттащим сначала вентиляторы, и вот эту вот штуку мы будем тоже забирать. Это просто тупо свалка. Вот видите, в лесу. Вот наш этот слон висит с хоботом. Чего тут только нету, короче, ребята. Вон, даже это, танк находили. Не Т-34, конечно, я даже не знаю, что за танк. Но какой-то танк. Советская игрушка, видимо. Вкл-выкл. А что, в советское время были эти вкл-выкл? Может, это все-таки там 2000-е, что-то такое? Нет, были, были. Были? У меня луноход был. Да? О, выключатель, видишь, вкл-выкл. Ну, прикольно. Ну, в общем, вот так вот, друзья. А это тоже уголь. Или битум какой-то. Или битум, да, тоже, но вот валяется. Пипец, такие камни. Жаль, не метеорит. Мы бы сейчас бы забрали бы. Ладно, будем тащить до машины. Барахлишка наша. Но не это. Вот то вот. Сейчас брызгаемся и снова в лес. Вот всего лишь-то две ходки, а уже багажник так подзабит чуть-чуть. В общем, сейчас продолжаем. Всем привет, друзья. Сегодня копаем металл. Уже нормально понаходили. Сейчас покажу небольшие результаты, ну и начнется видео. Ты все подтаскиваешь, подтаскиваешь, нифига ты там труп нашел. Трубы, а не труп. Вот такую нашли фигню. Я чувствую, что это от машины, недалеко от той кучи, где я вам показывал противогаз, ну вот там дальше. Но вот это что-то от машины. И весит, но она, ну блин, она килограммов 30, может, весит. Она больше трака? Больше трака весит, да. Вообще такая, ну блин, толстый металл вообще. И он подтащил еще комрад. Бак какой-то, ну легкий. Ну, трубы тоже нормально пойдет, вообще нормальная тема. Вот, сейчас, а, там еще бидон, говоришь, да, точно такой же, как мы копали. Вон, бидон еще есть. Ну, в конце уже покажу, что мы вообще за сегодняшний накопали. Но я чувствую, у нас сегодня будет багажник почти что до потолка. Так что, надеюсь, результатом мы будем довольны. Так что вот. А где этот бак-то? Я вижу. А, маховик. Как гриб. Блин, сколько тут всякой фигни. Ой, блин. Блин. Чуть бы не упал. Чего?
А, да, у нас там тоже кучка. Тут, ребята, вот смотрите, вот просто вот железо, ну, на каждом шагу лежит. Вон лежит. Вот, бак. Такой же, как мы находили почти. Весь заросший, весь трухлявый. А, и тоже с каким-то цементом, с битумом, представляешь? Жаль. Жаль, блин. Ну, я не знаю, сегодня будем ли мы его забирать. Он объемный, у нас так в багажнике мало места. Угу. Он, блин, очень тяжелый, там какой-то битум, не битум. Ну, пусть пока лежит. Да, короче, вот так вот, друзья. Недалеко, друзья, от бака вот нашел такой крем. Смотрите, вот восторг. Вот мы сегодня тоже в восторге от того, что сколько мы нашли металла вообще без детекторов. Без. Они у нас так в багажнике целый день и пролежали. Ну вот такой вот восторг, положим его тут на бак и заберем. И вот увидел я такие меховые тапки. Смотрите. Природа из тапков сделала меховые тапки. Я тебе сейчас покажу, сейчас видео допишу. Вот, прикольно, тут уже и дерево проросло, видите, палочка. Прикольные тапки. Да тут много всяких тапочек, бутылочек и так далее. Ладно, все, друзья, будем таскать. Времени мало, так что вот. У нас остался еще час, и нам как-то надо это все перенести. Вот кучка. Ну да, вам кажется, небольшая. Так у нас еще с другой стороны вот кучка. Тут уже отсортировали немножко. Хотим на этой железке перетащить. Ну, как получится. В общем, вот так вот. Может, даже сегодня не успеем все перетащить. Ладно, не будем тратить время. Будем таскать. Все, друзья, вот закончился наш коп. Вот такой вот получился у нас сегодня результат. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Но мы сегодня ничего не копали. Да, мы, считай, почти ничего не копали. Вообще все нашли так. Вот, результат чуть позже напишу, а вы сейчас остановите, нажмите на паузу и напишите в комментариях, сколько вы считаете, сколько тут веса. И потом досмотрите ролик и узнаете. Вот, я напишу, либо фотку скину уже на весах, как получится. Так что вот так. И вам удачи тоже в копе заранее.